Отметить свой профессиональный праздник группа «Стиляги Бэнд» решила по-рок-н-ролльному на сцене. Форма одежды парадная, клетчатые пиджаки, яркие брюки, смешные галстуки, юбки-клёш и увесистые бусы. На концертах группа перепевает мировые хиты, появившиеся полвека назад, и заверяют, что настоящий рок-н-ролл живее всех живых. Я люблю буги-вуги, я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Казалось бы, песня про черного кота, но вот люди, которым 20 лет, буквально 20, меньше, больше, все равно они пляшут, торчат, радуются. И вот для нас это тоже удивительно. Ну да, представьте себе, популярно, да. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock. Ровно 60 лет назад вот с этих слов и началось всемирное увлечение рок-н-роллом. Американский певец Билл Хейли выпустил в свет свой хит «Rock Around the Clock». Под эту музыку девушки научились плясать буги-вуги и обливать слезами плакаты Элвиса Пресли. А мальчики грезили о том, чтобы подпрыгивать на сцене с электрогитарой в руках, как Чак Берри. Спустя годы рок-н-ролл стал образом жизни. Из аккуратных мальчиков с гитарами музыканты превратились в хулиганов. Вместо акробатических этюдов на сцене стали эпатажно задирать майки, рвать дыры на коленках и с разбегу прыгать в толпу поклонниц. Так иконами рок-н-ролла стали Beatles и Rolling Stones. Рады, что в мире еще не перевелись настоящие ценители рокобили, твиста и буги-вуги, и при случае с удовольствием сами готовы выдать пару акробатических па. Наталья Родина и Никита Френкель. Новости пятницы.